документы. Это мои старые друзья Соколы из Израиля 20 лет назад ко мне обратились и говорят, что вот их близкая подруга Валентина, они занимаются разработкой там этих материалов, и нужно здесь кое-что добыть. И вот мне пришлось много копаться в областном архиве, смотреть эти немецкие газеты, искать и вот эти вот постановления о том, что нужно, явиться евреем. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что меня всегда поражало, ну, стремление их к полной достоверности, чтобы все подтверждалось, что если есть какой-то факт в одной газете, значит, они просили, чтобы нашли где-то еще в каких-то документах. Они следили за всем, что выходит вообще в сфере, что касается Одессы, и каждый год, значит, просили прислать очередные, ну, в том числе там Черкасова и все остальные. Кстати, им такие не сильно нравился Черкасов. Нет, они об этом и пишут. Что я им посылала каждую книгу по мере того, как она выходила. И они действительно очень ответственно все сравнивали, изучали. И уже несколько лет эта книга должна была подойти к концу. И каждый раз я спрашивала: Валя, уже же вроде все. Да, но вот еще, вот там должно выйти, вот там должно выйти. Вот посмотри еще, вот и выходит в Одессе в издательстве «Оптимум» такая-то книга. И, в общем, торопиться даже они не хотели. И вы знаете, мне очень жалко, что вот так вот у вас много вопросов, а у них были такие планы еще весной. Мы строили планы, они знали, что книга должна выйти в конце лета, в начале осени. Они строили планы, как они приедут на презентацию, как они посмотрят Одессу. Ну и вот эта коварная болезнь буквально несколько недель назад. Очень жаль. Я думаю, что она бы смогла не вместе. Ну, Яков, в общем-то, не собирался ехать, но Валентина, она бы, наверное, ответила бы на много ваших вопросов, понимаешь? Ну, не судьба, очевидно. Но в любом случае, действительно, я хочу, чтобы все, кто будет читать, знали, что это не просто там какие-то даты, какие-то события. Это действительно в основном все проверено, перепроверено, точно. И очень ответственно к этому отнеслись авторы. Спасибо.